У нас типа снимают о войне 60-летней давности, как будто других проблем нет. Я опять-таки не говорю, что я не уважаю победу, не уважаю ветеранов и так далее. Я просто считаю, что есть вещи, типа, что наше, ну, типа, вот нынешнее поколение, его легче спасти не примерами из прошлого, а именно попытками донести до них суть нынешнего, что ли, времени, как бы. Поэтому я и думаю, что суть времени это важнее всего, поэтому Кургинян должен быть президентом России.